Приветствую всех зрителей моего канала. Сегодня хочу рассказать, как подключить DVB-T2 приставку к интернету. Делать я это буду на примере приставки World Vision Combo. Это одна из самых сейчас мощных современных приставок в DVB-T2 сегменте. Данную приставку можно купить у меня в интернет-магазине за 1100 рублей, плюс доставка, если вы живете в другом регионе, либо самовывоз в городе Краснодаре. Для того, чтобы подключить DVB-T2 приставку к интернету, нам потребуется Wi-Fi адаптер. Wi-Fi адаптер — это небольшое устройство, внутри вставлен чип, который позволяет принимать частоту 2,4 ГГц и декодировать ее цифровым DVB-T2 приемником. У Wi-Fi адаптеров бывают разные чипы, и если вы приобрели приставку марки World Vision, крайне желательно, чтобы вы приобрели и Wi-Fi адаптер этого же производителя. Ставить Wi-Fi адаптер либо в передний, либо в задний USB слот. После подключения Wi-Fi адаптера к ресиверу нам нужно зайти в раздел меню. В разделе меню нам нужно зайти в раздел настройка системы и в настройки системы зайти настройка сети. Нажимаем ОК. Видим, что у нас есть доступ к Wi-Fi. Устройство определилось. Начать поиск Wi-Fi сети. Нажать на пульте управления зеленую клавишу и немножко подождать. Приставка нашла все доступные Wi-Fi сети в моем помещении. Мой роутер называется TP-Link. Нажимаем ОК. Здесь нам нужно ввести пароль. Пароль я уже ввел предварительно. Пароль вводится с помощью цифровых клавиш. Выделить фиолетовым цветом кнопочку ОК и нажать ОК на пульте управления приставкой. После чего передвинуть ползунок в раздел «Сохранить» и нажать ОК снова. Видим, что у нас началось подключение приемника к Wi-Fi сети. Произошло соединение с сетью. В правом верхнем углу появилась галочка. После того, как мы выполнили соединение, нам нужно выйти и перейти в раздел IPTV. Для начала покажу, как работает YouTube на данной приставке. Мы видим, что YouTube работает достаточно быстро, шустро, хорошо. Данный Wi-Fi адаптер и данная приставка есть в продаже на моем сайте. Комплект из Wi-Fi адаптера и приставки будет стоить 1500 рублей. Если вам необходима доставка, она производится почтой России по всей стране. Ссылка на магазин будет в описании. Как пользоваться IPTV, я расскажу в следующем ролике. Если видео понравилось, подписывайся на канал.